Рак молочной железы в числе самых распространенных онкологических заболеваний. Ежегодно в Самарской области выявляется до 2000 случаев болезни. В Центре амбулаторной онкологической помощи городской больницы номер 7 организовали акцию «День открытых дверей», в рамках которой женщины смогли бесплатно пройти маммографию и проконсультироваться с врачами. Марина Ивачева узнала о такой возможности и пришла проверить свое здоровье. Ну, это здорово, что есть такой рядом с домом такая акция. И дай бог, чтобы это был не первый, не последний раз. Это вот для жителей, кто здесь работает, кто здесь живет. Это невероятная помощь для жителей. Полезна и необходима. Консультации провели в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля. Цель сегодняшнего мероприятия – еще раз познакомить и донести информацию до жителей Самары, Самарской области, пациентов о том, что есть такие центры, которые занимаются профилактикой и диспансерным наблюдением. Центры амбулаторной онкологической помощи открывают в России на базе городских больниц. Основная задача таких учреждений – повысить доступность диагностики и сократить время прохождения обследования. Самарцы могут провериться рядом с домом. Пациенты с подтвержденным диагнозом проходят химиотерапию. Здесь же осуществляется оценка эффективности и переносимости лечения. В области насчитывается 10 таких центров. Оборудование все новое. УЗИ-аппараты, эндоскопические стойки, значит, маммограф, все работает, специалисты имеются, пациентов ждем на профилактику, на обследование, на лечение. Число больных раком растет. За последний год в Самарской области было выявлено более 17 тысяч новых случаев заболевания. На учете в онкодиспансере стоит свыше 100 тысяч пациентов. Медики напоминают, что профилактические обследования являются основным способом выявления онкологии на ранней стадии. Это значительно влияет на успех лечения. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Петр Паламеев. События.